«Четыре колеса возят тело, два душу». Именно этот условный девиз подвигает из года в год представителей различных мотокружков области принимать участие в традиционных соревнованиях. Конкурс профессионального водительского мастерства призван приобщить молодых людей к умелому управлению транспортным средством и культуре поведения на дорогах. Ребятам это нравится, потому что они получают как знания по правилам дорожного движения, так и по устройству мотоцикла, где они уже самостоятельно могут сами произвести небольшой ремонт, не вкладывая материальных средств. Активное участие в проведении мотомногоборья принимает Брестское областное управление ГАИ и байк-клуб «Золотое крыло». Сотрудники этого подразделения совместно с представителем клуба отвечали за второй этап соревнований – конкурс знаний правил дорожного движения. Здесь молодым людям предлагались билеты для решения. Своим участием в проведении данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции и профессионалы-мотолюбители хотят напомнить будущим водителям о необходимости соблюдения на дороге правил дорожного движения. Все больше и больше набирает популярность такой вид транспорта, как мотоцикл. И на сегодняшний момент, скажем так, это одно из доступных видов транспорта, и поэтому все, скажем так, больше и больше молодеет категория участников дорожного движения именно мотоциклистов. Поэтому необходимо все-таки с детства обучать правилам безопасной езды на мотоцикле и соблюдению правил дорожного движения. Когда вы едете на четырех колесах, это четыре колеса, его не может там занести особо, тут надо просто ими управлять. А на двух колесах буквально за всем надо следить. То есть, заостряю внимание, песочек при повороте, можно упасть. Вот, какие-то движения между машин вас могут зажать, понимаете? То есть, вот, очень внимательным надо быть. Конечно же, главной частью мероприятия стало торжественное награждение победителей. Все команды показали достойные результаты, однако по итогам испытаний были отмечены лучшие. Уже несколько лет уверенно держит лидирующую позицию команда из города Пинска. О своих успехах молодые люди говорить не любят, только в интервью признаются, почему выбирают именно мотоспорт. Мой брат занимался раньше этим спортом. Меня как-то это интересовало. Хотел больше, хотел быстрее как-то сесть на мотоцикл и участвовать в соревнованиях. Пришел, не умел даже и боялся даже ездить. Как бы первый раз сел на мотоцикл, думал, что упаду, а оказалось, что гораздо все легче, чем даже на велосипеде там. Ну и научился красиво, как бы так, хорошо ездить. Среди юных мотолюбителей бытует мнение, что четыре колеса, конечно, надежнее, но два колеса – это свобода от условностей и стереотипов. Однако важно помнить, что главное на дорогах – это безопасность.